Я тут первый раз. Все, я покушал. Вот эту хуйню вот прям хочется, чтобы она работала. Ну и конечно, мне кажется, я так посмотрел на глаз ДПС, и там хватает. Еще я одну фишку заметил, что моб, когда этот Феникс, когда кастует перья, происходит одновременно с этим кастом крик. Самые хуевые мобы там из этих угольков, это, короче, усталость и слабость. Чем они хуевые? Тем, что усталость — это фир, это вообще пиздец. От него нужно надрачивать людей как-то, хуй знает. Это нужно на Йоксарона, блядь, походить, хуй знает. И слабость. Слабость чем хуёво? Что если ты не стопнул каст, хил не стоп. Вот представь, три хила не стопнули каст. И это сало на 5 секунд. А это пиздец, это уже пиздец. Плюс перья летят, плюс фейт просел, плюс, блядь, мобы, и все, и жопа. Лёх, поставь рыбку, пожалуйста. А остальные хули, ярость там, танк стоунтил просто. Рассеянность, просто дизарм, вообще похуй. Я еще думал, может быть, всем зелье скорости взять, типа, вместо припотов пить, когда забегаешь на платформу, и типа стоим, ждем, где типа усталость окажется, что его первым сливать. Почему первым сливать? Потому что он самый такой обоссы. То есть, если ты фирового слил, а в идеале, что если потом еще и слабость слил, который сало в каст дает, это вообще, короче, ну, остальных двух убить вообще легко будет. Единственное, что контроль до автоматизма надо довести и выбегание. То есть, что люди, когда выбегают, многие не понимают, ну, не многие, может, человек 5-6 не допетривает, как надо выбегать. Типа, что начался каст, они бегут, побежали до стенки, каст закончился, они уже бежать обратно должны. То есть, перья там 0,8 секунды там летят, секунду летят. Когда мы его бьем внизу на платформе, это быстрее происходит. Он там 0,02 летит, 0,1. Перо быстро прилетает сразу. А там расстояние побольше. Ну, короче, его захуярить прям можно часа 3-4 на нем посидеть. 2-3 часа. И захуярить. По ДПС я посмотрел. Но это при условии, опять же, что ДПС на таком уровне, как вот на первой фазе. И... То есть без смертей. Вся фишка в том, что надо не умирать. Вот я просто тайминг... Я тайминги считал просто. Какие? Ты про ДПС? Сейчас. У меня тут, блядь, просверлят, скажу. Просто смотри. В теории, да? Мы сносим до появления 10 мобов. На второй фазе, то есть первые 5 появились, и потом после того, как появились 10 мобов, у нас уже 100% лежит первый Феникс на второй фазе. Mm-hmm. Вот, то есть, грубо говоря, если мы будем бить двух, мы каждому снесем по 60%. То есть у нас появится 10 мобов, у двух Фениксов останется по 60%. Вот видишь. Вот. И, короче, смотри, этих 10 мобов надо взорвать на две группы. Ну, то есть, на две группы взрываем этих 10 мобов и добиваем двух фениксов. То есть, грубо говоря, следующих взрывов не будет, потому что, ну, по таймингам там получается так, что мы этих двух добьем. То есть, у нас остается еще два мелких, и просто эти два мелких дальше бьем и по чуть-чуть сливаем мобов. Все просто, блядь. И по три хила и там, допустим, этот. Угу. Потом, блядь, по контролям тоже и там контроля. То есть, хватает всего. Ну, тут я единственное, что могу против сказать, что это, типа, почему я думал о том, что первого ебануть заебись. Тем, что ты освобождаешься, и тем, что ты можешь диван дать и скинуть тем самым из себя стаки, и с меня стаки.
Понимаешь, по краям мы будем стоять с каватом, который больше всего продержится. А до того момента, как мы убьем первых двух этих мелких, я думаю, вы с Монаротом продержитесь. Просто ты учитывай тот момент, что этот, что когда два танка освободятся, это вообще пиздец будет круто. Проблема, видишь, в чем? В том, что эти два танка, они не паладины. Да что тут мешает? Смотри, вы освобождаетесь, идете менять нас. Так, а дебаф-то минуту, минуту висит. Да я понимаю. На нас есть СС, блять. Я по тебе коват по Монороту. Диваны дают. Вы стаки сбрасываете. Танчите пару секунд. Мы с коватом встаем, забираем обратно. Сука, я не могу пропрыгнуть. Как тут, блять? Все. Ебаный в рот. С учетом, что там будет хилить танков по 3 хила, а не по одному, как сейчас, то это будет намного легче. Ну это видишь, и по-любому мы пришли к тому выводу, что придется делить рейд один хуй. Ну потому что там по-другому, блядь. Ты его делишь, во-первых, то, чтобы у тебя вот эти перья ебучие, блядь, они хоть как-то нахуй. Ну представь, 10 прилетают, ну 5 перьев в одно место, блядь. Ну это вообще пиздец. А 10 потом мобов, блядь, сильно хуёво их контролить. Вот реально делиться надо, поэтому. А если мы еще проверим эту хуйню, что по группам он кидает одно перо, типа в рандомного челика с группы, если эта хуйня работает, это вообще можно предсказывать нахуй, где они будут. Да даже если так не работает, просто людям сказать, вот типа пятая. Я даже там по группам хочу вот раскидать, и типа вот вторая группа там беги слева, там третья группа там справа беги, милики нахуй просто вперед от босса, ну назад от босса, от спины назад, вернусь, побежали. Но там нужны такие челики, как Кислый, Гевка, Фарада там нужен, как маг, Вага там нужен. Надо его ебануть уже сегодня. Если мы, разделив рейд на две группы, сможем слить двух фениксов, то мы сможем да, убить. Да, да. И тут в большей степени все зависит от урона. Да, да, там урон уже нужен хороший. Хорошее кольцо. То есть нам надо в 15 дд бурстануть 2. Сколько там лямов сейчас? Сколько там количество хп, не помнишь? 28, по-моему, было. Можешь посмотреть на видос? Сейчас. Тут у меня видосы, блядь, с закрытым доступом. Просто мобов законтролить. Настолько хантово.
Так. Да, 28 лямов. Ты посмотри последний видос самый. Ну вот туда, последний. Бля, чё я сдохну? Не может быть там 28 лямов никак. Сейчас. Ну хуй знает, 28 вроде смотрел. Вот, получается, когда были? Позавчера. А, 24. 24. Это показалось 28. А чё мы сдохшие лежим, ебать? Это босс вот это убьёт? Или просто моб? Это просто моб, который кидает очень неприятный яд. А мой тотем очищения не справляется. А инер, мой народ, блин, скажите, что был раньше, сука. Да я потому что, блядь, видос смотрел. Ну ты видос смотрел, я подплакивал, а потом очищение не справлялся. Вот как бы, блядь, пошли. Ладно, так и быть, дам крик на хп тогда. Теперь точно не стоп. Сейчас я ману резко. Это что, ласт? Да, конечно, два раза ласт. Это кредло. Не, это не предласт. Это пред. Шевышка спасла. Ну блин, хил вагон, блин. Там еще этот. Сейчас цветочек, потом дерево. Mm-hmm. Там еще цветочек надо бить. А что на цветочке? Сомнительного происхождения цветочек. Сука, ну если эта хуйня работает с группами, ёбаный в рот. Это же вообще будет бомба. Бля, ну давай не полезем, давай зачистим. Ну в пизду, я терпеть не могу вот эти скалолазания. А что, прыгать надо? Да тут, блядь, не с той стороны он лезет, как мартышка. Так, я на ящике, что делать? Терпеть не могу, нахуй. О, на эту хуйню, да? И чё, и куда? Я побежал, да? Да. Мутантный плотух лест. Да ебаный плот, ненавижу, да говно. Что, ты все-таки решил побежать так, да? Ебать. Да в пизду, я ненавижу подлазить, блин. Оно тоже чаш. Возвращение. Бля, живи. Ты как это предлагаешь себе его подлазить? Хуй знает. Ебать. Угу, прикольно. Надо было этот... возложение. Я, пожалуй, это... Вот день сдохну. Вот день здесь. Оп. Типа трэша дохуя бить, да? А чё вы вообще сделали? Я хуй знаю. Я тут первый раз. Ай, блядь. Вставайте, чё валяетесь. Как вас там рисать-то? Трэш, блин, полная комната. Лежат.
Чего вы побежали через низ? Через вербу пробежали, резнули нас. Ну я, например, не могу запрыгнуть. Я рукожопа, я ненавижу тут все скалолазания. Я вроде... Более, 270-я пати, блин. Где-то как крысы пробегать, прятаться от мобов. Вы вообще себя видели в зеркало, блин? Да они от вас нахуй прятаться должны. Да, то есть ты предлагаешь, что ты будешь валяться, а я буду учиться прыгать, да? Я вроде запрыгнул, я не понял, как надо бежать по низу, поверху. Я чисто только в теории знаю, как. Че, куда идти? Где ящики эти? А, еще эту хуйню. Параша вонючая. Ну вот, я пизданулась. Добрый вечер, нахуй. Там прыжок. Прыжок? Да, как в этих, как в червячках. Я прыгнула, я честно залезла. Честно пробежала сколько-то и пизданулась. Но все это было совершенно честно. О, бомб. Подстрекатель какой-то ебучий. Господи, пати 275-х, блин. Кто-то там вообще бисовый, лежат. Хотели пробежать аккуратненько. Мимо всех мопчиков, сагрили всю комнату, лежат. Блядь. Ёбаный моб. Горжусь любимой гильдией. Ну, типа, один человек поверху идет, а все остальные понизу пробегают, и все. Потом этот наверху, который человек был, резает все. Сейчас попробуем. Вот эти ящики, да? А зачем? Вот сколько времени ты на этом сэкономил? С ДПСом, блин, 20 тысяч плюс, блин, пытаться пробегать и избегать каких-то мобов, это... Блядь, говно! Угу. А там еще и сатир ходит. Так, ну вот я запрыгнул. Давай, где там? Так, вот мобы. Хуй знает. Так, вот я бегу. А я их не сагрю так? Если не пизданешься, не сагришь. Ой, ёбаный в рот. Угу. Да, только сука. Не очень удобная. Вот я и говорю, я тоже говно, не пизданулась. Случай. Там текстура как горочка, я с ней скатилась. Ну я тоже. Ну вот. Быстренько говорю, давайте три рыбака пройдем. Сатир вонючий ходит. Так что надо завалить сегодня этого петуха. Я склоняюсь к тому, что это курица. Да. Пофиг. Такая заёбная может быть только женщина. Первая фаза вообще легко. Научились, все поняли. На второй просто вся фишка, чтобы люди... Законтролил и дальше ДПСишь. И вот именно что по проклятиям, что проебов не было. Не, самая жопа это, короче, эти крики. Все вайпы были из-за криков. Вот фир, вайп. Сало в каст, 5 секунд. Зачем? Вайп. Блядь, на ФКши. Кто там, народ? Да. А масрез сколько КД? Масрез КД пишет 3 минуты. Убей, бла, на масле сколько. Настюха, никак добраться не можешь? Я уже второй раз с одной и той же текстуры пизданулась. Я не буду больше пытаться. Я буду ждать, пока вы встанете. Пошли, где ты там?
Я со мной тоже текстуры скатываюсь. Я на эти ящики ебался. Запрыгиваю, а потом скатываюсь вот с той текстурой. Я не перепрыгиваю. Я пыталась перепрыгнуть. Вот это там. Орк. Ты мелкие. Ты не должна там подпрыгнуть просто. Ну, я подпрыгнула. И все еще скатилась с этой текстуры. Чайно. Библ, сколько вес? Он вперед пробежал, да? Ну, Библ тут с нами. Ну это Хант, господи, пробежал, притворился мертвым. Пошел дал чай. Лока у вас там нет случайно? Короче, ладно. Да я хуй его знает, Библ здесь вообще нет? Второе покажет. Не каша, да? Да, было с ОФГ, добери. Как, вот тут доходит он или нет, я хуй его знаю. Типа бежал с нам, блядь, до вас. Это все криворуки, в кашеры все. Мне кажется, на таком гире уже должно быть стыдно прятаться от мобов. Типа, блядь, знал бы, что вы там не сможете пропрыгать, блядь, сам бы пропрыгал, вы бы через низ перебежали. А я-то думаю, чё, ну, наверху стоял еще. Чё ты, думаю, блядь, побежал? Спрыгнул, вы тоже тапки врубил, побежал, блядь. Так холи, вы все по верху пошли, типа. Я по низу пробежал, да всё. А я потом второй раз сюда прибежал, и там вот, ну, типа уголок, этот переход, блядь, перед грибом, перед этим, не, сука, его скатился, блядь, хуй знает, то ли места там мало, то ли чё. Блядь, вальнуть охота этого петуха, сука, чтоб, блядь, видос был, чтобы, я ещё думаю, если эта хуйня рабочая окажется с группами, если типа так и будет, то не выкладывать видос, короче, пока, хуй знает, пока об этом все не узнают. Хотя, если об этом не говорить... Вот, но они там, блядь, я видос смотрел. Падал танк сначала. Какой-то видос, не знаю, что за гильдия, блядь. То ли Go Hard, то ли еще какая-то. Там типа... Go Hard даже на вторую фазу не переводит. А не Go Hard, может какая-то другая, хуй знает. То ли стая, то ли... Короче, я не знаю, что за гильдия, блядь. В Ютубе просто там. Два или три часа он их трая. Ну тип за протопала танкует, вроде танкует, смотрю, стаки 16-17, ну дохуище стаков. Блять, и вроде как живет нормально. И смотрю там, и рейд вроде, блять, живой, и все, и мобы, и все прилетает, блять. И потом то ли какой-то танк падает. И потом все по пизде пошло, короче. И не видно, там от камеры он не поворачивает, никуда не смотрит, не видно, сколько мобов убили, одного, скорее всего, точно убили. Вот, и какой-то танк там упал, и все, и весь рейд посыпался, блять. Че, Леш, Дживс есть? Вообще, еще как вариант, знаешь, какой есть? Если уж отталкиваться от тактики делить рейд стопудово, то есть такой вариант выцепить в первую очередь два моба самых страшных, нахуй. Это слабость и усталость. Вот если их захуярить, вот конкретно их, где они, на какой узнать платформе, и туда вот разбежаться рейду. И вот так вот сделать. Потому что без сала.
Да ну это прикол, как ты зацепился за эту текстуру, блядь? Я с нее сползаю. Все, сползаю, блядь, и все. Потому что ты толстая. Ну вообще, да, это правда. Худеть тебе надо. Не, худеть не планирую. Мне нравится быть толстой. Толстая баба вся на ощупь как сиська. Одна большая сиська. Да, вообще-то. Да ёбаный шаг, сука. Зато это... Ой, блядь, побежал опять, смотри. Панторез? Я знаю, как надо, тут, короче, надо пешком нажать, вот идти, и вот так вот, ебать, в развалочку. Нет, там надо подпрыгнуть, вот там, где ты сползаешь, там надо подпрыгнуть, и там текстура цепляется, ты заметишь. Надо вот за нее зацепиться, я, блин, 5 минут могу делать. Подпрыгнуть куда, в сторону мобов? В сторону гриба? Нет, в сторону стены, там, где сползаешь, как раз и там вот эта текстура, которая это, пологая такая вниз. Если подпрыгнешь и видишь, что у тебя персонаж цепляется. Да, да. А где гриб? Так, на гриб запрыгну. Короче, научу хоть свободно, блядь, пробирать. Сука, гайд. Если даже я жирная смогла, вы то ты сможешь. Мой скелетик тут, блядь, потеет. Ебать, просто сыпется шмот нахуй, да, блядь. Малара собрался, блин, давай прыгай. Подождите. Бибу, а? Есть Дживс? Да. Поставь, пожалуйста. Ебать, уже босса захуярили, я только вылез. Спасибо. Малара, они, блядь, собрались. Пару я кнопочек. Говорю. Пару кнопочек. В направлении правильном тыкнуть не могут. Кто же знал? Не, ну я ж смог. Блять, такой смех. Самый смешной смех у Волан-де-Морта, блядь. Лови моба. О, дерево. На Лара он брал, блядь, собрался. Танкуй давай, сути. Чё, Чарльз, будешь покинуть тело? Лёша. Аура коня. На Лару, блядь, собрался с аурой коня. Что тебе другая аура тут даст? Меня это смущает просто. Больше ничего не даст, просто смущает. Я пока не могу использовать эту способность. Ты ч? Блядь. Оп, иди к папочке. Папочке, папочке. И никак не дать эту хуйню. Блять. Станут не ну, нихуя себе. Посох с языком с каким-то нихуя себе. Мерзкий такой. Он дойдет, пусть это забирает его. У меня уже достаточно таких предметов. Подождите, сейчас ремонт гляну там, как сделали, и буду. Ну, точнее, как просверлили. Дырку или отверстие? Отверстие. Сейчас там такие, блядь, Равшан и Джумшут такие, блядь. Там чисто стены нету, понял?
Мы тут просверлили это соседним. Соседним. У меня уже достаточно таких предметов. Подоконник вровень выбирать. Как это? Батарею на улицу сделали. Посмотреть, поржать, что ли. Тупо на сердолик кинули, ясно. А кто спиздил? Народ. Негодяй. Чисто АФК шел, блин, понял, пол эту полунста. А сколько сейчас вот стоит красная полироль на аукционе? Примерно так же, сколько сердолик. 3000, что ли? 2500 вроде. 2500 сейчас. Пиздец. На сердоле можно подешевле найти, можно 2200. Это только вдуматься, какие цены ебануться. Там походу эти воронки уже по косарю, да? Два косаря. На двух косарях походу остановилось. Не, сегодня уже по косарю продавать. Лол. Это, чё, давай, Ринг. Ты мне даже не бахнул каску мне. Я иду. Ни каску не бахнул. Ужас. Да сейчас подожди, дай дойти, сверло сейчас тут еще им дам, блядь. Мне просто потолок делают и ламинат еще ложат. Блять, там сверлят, я ебу. Плинтуса, блять, да, потолок. Короче, просто в двух этих группах должны быть диспельщики. Если, допустим, у тебя AirDrew диспелит, то он, смотри, если он хотовый, он хотает, ему же похуй, да? Он же хилит. Там только время каста же снижает, там этот дебаф. Он не кастует. Там отхил снижается на 70%. Отхил исходящий, который он хилит, да? Да. А, ну тогда вообще залупа. Тогда это вообще поебень. Кто тогда там будет? Ну вот видишь, тогда походу придется, чтобы ты освобождался первым, потому что ты освободишь Монорота, а Монорот пойдет туда стопудово. Вот тогда так походу надо будет. Монорот освобождался первым. И, или если бы он, да, если бы он танчил третью. Но ему надо стаки скинуть. Ну с него надо стоп маг, допустим, снял, а он пошел уже туда до упора. Диспелить. Поэтому я хочу двух зергануть, которые будут, ну, то есть сразу двух убить, блядь, которые будут на тебе и на Монороте. Монорот пойдет в одну часть стелить помогать. Ну а да, ты, тоже, да. Подменишь там. А чем, блядь, глазом или чё? И куда мы регнулись вообще? Или чё, или кто-то ФК? Лёха там, блин. Да я подтвердил же, блядь. Перерегайте. Монород, что ли? Монород, сука. Сердоль забрал, блядь. И ушёл.
потом еще говорит, ой, ты мое Т5 забрал. Ну, конечно, геймплей на Аларе, блядь, за сову дикий. Это им сколько всего прожимать, блядь, контролить, блядь. Ну, хуя, корни, вихрь, и дальше ты ж бьёшь. Появился диспел, диспелил, всё. Так, а диспел в сове вообще не вариант. Ты понимаешь, что она дамаг, ну, весь в ноль потеряет. Вообще не вариант. То есть это стоп, ну, почему? Потому что это минус ДПСер сразу у тебя. Надо стартовать в любом случае. Лёша, подтверди. А диспелить? Я думаю, что в одной группе это должен быть монород, который освободится. До этого Эрдру там, допустим. Потом уже монород приходит диспеливать с него. И уже до упора диспелит. А чё это мы? А, нихуя себе. Старое какое-то попали. Нужно подойти. Я просто реберу. А тут в группе, где... Короче, в какой-то группе должны маги быть. Мага 3 точно надо. И они вот именно меняются. Чтобы один просто маг был. Это уже 4 глыбы. На 4 минуты хватит. А потом уж хуй знает, что будет. Уже кто-то один, походу, будет выбывать из ДПСа. Может, он ничего не скастует. Только моментально что-то. Или глыба откатится. Сколько КД глыбы? 8? 10? Но она не откатится, если долго так. Библ, там просят экзотических с тебя действий. Ярость. Если еще дальше от хила отбегать, то в принципе можно быстрее сдохнуть. Да, Сагриш, что стоишь тут? Молодец. Нормально. Накрутим, не знаю. Пати ФКш и ФСлакеров, а я чем должна отличаться? Лёх, бафни каску, пожалуйста. А лут, вот который в Атлас Луте на Алара, это правильный лут или будет другой? Я
Лёшенька, можно мы под хвостом не будем стоять? Ой, бля. Это принципиальная жопа, а? Я пока не могу использовать эту способность. Я тут тоже тактика, да? А тут их больше, чем одна. Тут можно через левитацию, можно так. Можно баса сабрить. Нееет. Как вы любите тактики, так блядь. Давай через медведя сыграем. Давайте пробежим, чтобы не пулить опять маленьких мобчиков. Бля, что происходит? И пулим босса, который нахуй не нужен. Давайте попытаемся сэкономить минуту, пролезем по верхам. И 20 минут будем КД. Сейчас. Бля. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Это что, ласт уже? На трансмут, типа, да? А отмените еще раз проверку ролей. Кто начальник? А кто начальник? Ебе. Ты, походу, начальник. Ты лидер пати. О, да. Народ, у тебя есть этот квест? Монорота нет в бойсе. Я не могу на него напиздиться, не теряю.
Так, план Б. Не забегает никто туда. Стойте тут. Решительно. Монороту бы еще кто сказал. Он ебашит похуй. План Б, блядь. Монород, Биба, можешь спасти меня? Ну, убирать монорода нет, бойся. Что он творит вообще, не могу понять. Я пока не могу использовать эту способность. Что делает? У меня тут план, блять, как все сразу зачистить. Он хоть поймёт. Он не понимает, не понимает. Не, начисли ему соточку, он тогда зайдет в войс. Я уже тут трэш танчусь, что. Ну, мы тоже трэш танчим. Окей, подождем. Сейчас, подождите. 3 секунды, ждите. Я вас вижу. Раз. Сейчас тотем пропадет. Ага. Чё за хуй? Сука. Заходите. Настюха, почему птица у тебя чаржится сразу же, бля? Потому что на тебе висит щит и дострина. Вишец. Что, прости? Ищет слабое звено, что ли? Если бы искали слабое звено, нападали бы на Библа. О, птички, птички, видишь? Сразу, блядь, почему-то, сука, на тебя летит. Хоть убей. Сейчас, тихо, сейчас будет панч. Возможно, птички на меня летят, потому что я крошка. Тонко. Извините, это было мерзко. Очень мерзкая. Мерзкая крошка. Подтверждаю. Хочу разбить тотем, а стреляю в пианиста. Правильно, правильно. Ебимо. Грызите быстрее. Дал массак. Настюхи сились, было удобно. Нормально. Я уже разогналась. Все, и хуй остановит, блин. Я как быстрые углеводы, блин. Оп, тотемчик. Лёша, помоги. Там станчик, если что. Yeah.
Че, Настюха, готова? Нет. Спросили меня. Стойте тут и отсюда, короче, будете домой. Подожди чуть-чуть, буквально пока вот эти пропадут, ебланы синие. Все. Птичка на меня летит опять, сука! Просто пошел собирать комнату, опять быстрее меня снял. Да что ж такое? Не тыкай быстрее, ну. Вообще на себя быстрее, но не тыкать. Хорошо. Ищи, и орешки на тебя вешать. Ну, давай, да, орешки, конечно. Блин, на тебе ничего нет. Почему они на меня бегут? Как ты говорила. Я, да. Тихо. Лучше не повторяй этот отвратительный панч, а то меня стошнит. А что значит панч? Я знаю, что это удар. Удар рукой. В любой юмористической зарисовке, даже маленькой шуточки, есть сетап и панчлайн, блин. А вот больше это ничего не стоит. Ударная линия, блядь. И сетап. Сетап? Сетап, да. Сетап, ну это типа, блядь, комплект или что это? Сет, настройка. Не, а если глаголы? Глагол сетап. Настраивать. Ну да. Установить. Да. Установка и ударная линия, блядь. Типа, может, ну, главное. Примерно, да. То есть задел основа там. А панчлайн это линия, по которой... Говори по-русски, короче. В смысле, английский, если знаешь, зачем по-русски? Ой, блядь. Так давай на английском тогда. Как там в этих джентльменах удачи? Как там типы-то эти сидели, учили? A pencil! Этот тип-то, который... Как сиплый. У тебя хорошо получается. Тренировался? Да и вообще... Актёр от бога, блядь. Одно слово стример? Да какой стример? Не стримлю ничего. Если бы я стримил, блядь. Уже страшно. Как говорила моя бабка, покажу почем, а поймешь почем фунт лиха, или покажу и покажешь и поймешь, короче. Ты по всему давно баб. Поймешь почем фунт лиха. Вообще узнаешь. Узнаешь, да. Пошли босс пока убьем. Я бабка. А где босс? Да это ёбаная ворона, блядь, просто. Пускай стоит. А вот ласт, где ласт? Сука, куда я побежал? Вольт! Не в ту сторону воюешь! Сука. Он не выходит. Ты уже запуяли тебя, походу. Пошли его так там ебанём. Он не хочет. Похуй, давай там. А ворона тогда заевейдится, да? Ну. Короче, этот... Вольт, оставайся здесь, этого добьёшь. Вольт, давай! Я давай, Шивей, есть, давай. На тебе этот... Стаунтил, короче. Сука, я встань. Того... Да мразь это, а не ворона. Ну, мы народ по этому поводу. Ну, потому что народа в войсе нет, блядь. Да-да. Вагончики. Говно. Ну, давай. А, вы уже сагрили ласта, что ли? Почему я боюсь? Вот он все не врубается, что мы творим, блин. Ну, говорит, я хочу ливнуть, блин. А мы в бою. Ты я в бою, во всяком случае, не могу. Скажи, пусть сердолик не ролит. И... Пусть валяется. Давайте кикнем. Может, он лоб стоит. Читай, идите. А хули он там стоит-то? Давай его ебадем. А чё он там тусил? Он нормальный? Все, хилится, пидор. Все, больше не хилится. И я решила вернуть.
Так чувство, когда человек не понимает, что вы делаете вообще в РБК. И дохнет постоянно. Ну так-то, кроме него никто не дохнет. Значит, мы делаем все хорошо, а он не очень. Тогда. Он просто не понимает. Ну, я ему сказала, пусть будет. Ждем по-своему, блядь, не так, как Пуги, знаешь, там пару мопчиков. Аунт, сливай. Я дала Геру на одного монорота. Да ёбаный свет. Нормально. Не этот садим. Человек хочет танчить Алару. Сейчас минус 2 будет. Сука. Минус 0.5, нормально. Продолжаем. Минус 0.5. Ты ревность еще учитывай. Минус 0.3. Она не прошибает настолько, видишь, пол хп, 40 тысяч. 40 тысяч всего лишь бьет. У меня швышка когда была, короче. Дай дешевить. Дешевить это хорошо. Где сердодик мой, блин? Я там парочку зефиритов Лёш сунула в гирлибанк, кстати говоря. А кто квакает? Все, короче, хватит пока что. Три сделали, уже хорошо. Еле как сделали три штуки, бля. В смысле, еле как? Нормально все прошли? Ну, с точки зрения монорота мы супер хуёво сделали три штуки.